утро! Анетка? Анетка, ты где? Что ты сделал с Анеткой? Она в подвале! Сколько время? 14:00! Кто такой рань просыпается? Я спать! Стрим через 5 минут! Сколько? Ну, ладно, я шучу! Через 10 минут! А, 10 минут! Сейчас бы в стендов поиграть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты шо? Вы любые анимы! Я тут один играю. Баты, тупо ботяры, стрим-снайперы. Кто вас играть учил, ботяр? На! Я у тебя миллион подписчиков. Вы лучшие, я вас люблю. У меня миллион. Миллион, миллион подписчиков. Вы тупо самый лучший, я вас люблю. Я вас обожаю, тупо подписчики. Ой, извини. Я просто всем хочу сказать от всей души спасибо, что вы со мной. Это был очень сложный путь, длиной в 5 лет, но все-таки я получил 1 миллион подписчиков благодаря вам. Вы лучшие. Анетка, влажная салфетка, табуретка. Идем заниматься спортом с тобой. Идем. Ребята, вы часто меня спрашиваете, как убрать боли в спине. Есть одно легкое упражнение, повторяйте его каждое утро, 3 раза в день, и никаких болей в спине у вас не будет. То есть снова все опасно, да? Особенно для пенсионеров это хорошо. Потом вот так вот. Ну и так, грубо говоря, 5 подходов по 100 раз. Ну чё, прямо сейчас мы, ребята, идем на улицу. Надо, во-первых, показать мой спорткар. Во-вторых, надо сделать небольшую пробежечку, потому что, ну, без спорта никуда. Ребята, занимайтесь спортом точно так же, как я. Да. Ну а после утренней пробежечки идем на турники. Ну как утренние, уже темнеет, но у нас утро. Анетка, подержи пакет, я устал. Давай ручку и идемте. Воркаут моя жизнь. 5 minutes later. На сегодня хватит. Ну чё, прямо сейчас вам покажу тот самый подвал, где же все-таки живет Анетка. Анетка, это я пришел, вылезаю из подвала. Вот она сидит, там все нормально, там вентиляция, там еда. Анетка, килограмм речки принес, чтобы на всю зиму хватило. Ну как сюда выбраться? Анетке тут очень нравится. Тут всего лишь температура -5, -10. Не, Анетка, назад, куда ты в подвал? К остальным хейтерам иди. Короче, ну там всех, кто лайк не ставит, ну вы поняли, не подписывается, то у всех подвал, туда к Анетке. Ютуб, это все шутка. Добро пожаловать! К вашему вниманию представляю лучший автомобиль в своем роде. Спорткар, 3 секунды до сотни. Hyundai, Sonata, USA. Если скорее, то это полное говно. Если европейское, тоже полное говно. Только USA. Монтажер, пожалуйста, замажь номера. А, стоп. У меня же нет монтажера. Ну, короче, забудьте номера.
Ну что ж, дамы и господа, что можно сказать по поводу автомобиля? 4 колеса, расход как у танка, 15 литров на сотню. Ну представьте себе, да? Сколько стоит данный аппарат, ребят? Ну примерно, если измерять в дуэлях, примерно 2000 дуэлей, если я правильно посчитал по прайсу. Ну, честно говоря, я просто не особо эксперт, не знаю даже, что сказать. Ну, что вот, 4 колеса есть, дальше 4 двери. Ну, в принципе, на этом мои познания заканчиваются. Идемте внутрь, я вам покажу. Тут, ребята, нас встречает современный кожный салон. Твою налево, ну кто салфетку не выкинул? Ой. Домой пешком пойдешь. Смотрим в салон, в принципе, по салончику все самое нужное есть. Ну что, ребят, показал вам немножко автомобиль. Анетка, давай, садись. Залезай, моя ты девочка. Все, ребят, поехали, короче, обратно в подвал. Ребята, у этого автомобиля есть 3 режима. То есть нажимаем на эту волшебную кнопочку. 1, 2, и я включил режим спорт. Поэтому, ребята, уберите детей от экрана. Хотя не убирайте, потому что их кто-то смотреть не будет. Сейчас мы, короче, замерим разгон до сотни. Поехали! 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды, 100. Прямо сейчас я еду к моим родителям, потому что я хочу вам показать ту квартиру, с которой я начинал карьеру ютубера. Потому что многие из вас сомневаются и думают, типа, да блин, у меня ничего нет, у меня нет оборудования, вот эти все ютуберы богатые. Пацаны, сейчас вам покажу, с чего начиналась успешная история самого успешного человека Илона Макса. Ну, то есть Кента, пока. Сейчас вы все видите. С пустыми руками не очень красиво приходить в гости. Блин, я даже не знаю, где бы припарковаться. Ладно, встанем вот тут. Горе автомобилиста. Парковка нормальная у человека. Парковка Кента ПК. Все, иду на кассу и к родителям домой. Ребята, чтобы понимали, первые 2 года на ютубе я снимал на вот этой вот табуретке. И снимал притом на 2000 просмотров. Но это было просто трындец. Вот эта кровать, я помню, что когда мне уже исполнилось лет 18, я в нее просто не вмещался. Вот этот самолетик я сделал на уроке труда. Блин, какая пушка. Я прям сейчас восхищаюсь. Короче, мой оператор по имени с меня Биг Мак говорит: Кентуха, давай Биг Мак. Ну шо на хлебнице, едем по Биг Мак, радуйся. Так, ребята, никогда не нарушайте. И мы уже в Маке. А что закажем? Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, для топ-ютубера самый дорогой бургер и самый дешевый чай. Уже время стримить. Так, освещение включил. Включил, микрофон настроил, 2 монитора подготовил. Воду взял. На случай, если обосрусь, туалетную бумагу взял. Все нормально, можно стримить. Алло, привет, малой, здорово. Алло, сладенький, привет. Че, ты как дела? Ну что, ты купил те трусики, которые я тебе просил? С фотографией мамы-то на трусах? Да-да, те самые. Да-да-да, купил. А ты купил, кстати, сердечки вот эти стринги? Да. Ну что, когда приезжаешь? Ну я, короче, через неделечку буду. Рейса, мы с тобой займемся тем, что надо. Да, через неделю уже будешь у меня. Все, надеваем с тобой трусики и будем тестировать у них 0.17.0. Кстати, время стрима пришли ко мне соседи и спрашивают: а что там у вас за крики, что происходит? Я говорю: да вы, ребят, вы шо, сплюньте, писюна в ухо. Я говорю: да я просто фитнес-тренер, и я по суму тренирую группу. После стрима можно немножко подкрепиться. Вот в этой полочке всегда лежат конфеты. Если Анетка их не пожрала. Тут очень много сладкого. Так. Твою налево. Ну и короче, видео выходило слишком коротким, поэтому я решил вам показать мой. Вы слышите эту вибрацию? Мой массажер. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, готовьтесь. Вы спросите, о чем я думаю в этот момент? Я просто, ребят, закрываю глаза, и я представляю, как мне с кейса выпадает нож бабочка Легаси. О, да. Ну и, ребята, как вы видите, за окном ночь, а это означает только одно, то, что уже пора спать. Потом, пацаны, прожимаем лайк, подписываемся. Это был один день из жизни Кента. Большое всем спасибо за 1 миллион. Обязательно подпишитесь, если вы новый подписчик. С вами был ваш Кентуха. Всех обнял, приподнял. Всем пока.